Евпраксина сегодня днем, не днем, утром отключили воду. Звонила сегодня по всем инстанциям, сказали в 2 часа дня ее дадут. Время 8:30 ночи. Вот она у нас идет, такая красивая, еще пока желтенькая. Да, скоро она будет цвета кока-колы. Это весь набор, который у нас есть в доме, то есть даже в принципе АГВ ее не прогреет, чтобы мне вот сейчас искупать ребенка. Вот открываю на все, и вот она такая у нас идет. Даже в синем ведре видно, какая она грязная, это кошмар. День без 20:11. Вот такая вода у нас течет из крана. То есть напор, как вы видите, появился, но вода стала хуже. Вот такая у нас идет вода. Время без 15:11. Естественно, ни о какой стирке, ни о каком мытье обуви, посуды речь вообще быть не может. Нам что вот с этим делать? Нам как-то это фильтровать нужно или что? Как мы это будем пить?